Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Тезисы 15-го послания президента России и что ждать Дагестану. Владимир Васильев поговорил об этом с журналистами. Кони сыты и запряжены. Информацию о массовой гибели лошадей на конюшне Дагестанская в Минсельхозе опровергли. 100 миллионов рублей за год. Такую сумму потратил благотворительный фонд «Инсан» на своих подопечных за прошлый год. Владимир Васильев встретился с дагестанскими журналистами и обсудил с ними тезисы 15-го послания президента России. Обращение Владимира Путина, по словам главы республики, оказалось социальным по содержанию и духу, и особенно актуальным для Дагестана. Говорили о поддержке семье, борьбе с безработицей, повышении доступности медицинской помощи, архитектуре и экологии. Все подробности встречи у Патимат Ханаповой. Ориентированная на регион и на Дагестан в частности, так уже успели некоторые эксперты назвать очередное послание президента. Основания для этого действительно есть. Это подчеркнул на встрече и Владимир Васильев. В первую очередь, это, конечно, помощь многодетным семьям, которых в республике по статистике больше всего по России. Льготные кредиты под 6% будут установлены отдельно. Вы понимаете, справедливость. Многодетным труднее всех. И поэтому для них будет 6% железно, не дожидаясь остального, по ипотеке. Но не 3 года, как было, а 5 лет на весь срок ипотеки теперь. Предложено из федерального бюджета погасить за каждого ребенка с 3 и далее семье 450 тысяч рублей разово. И далее, естественно, получается этот материнский капитал 450 тысяч на одного ребенка. И получается разово они получат 900 тысяч. Это уже кое-что. Это тело для ипотеки. А дальше помните те проценты, о которых мы говорили, 6 и прочее. Актуальны для Дагестана и новые экологические решения, предложенные президентом. Это утилизация мусорных полигонов, сокращение вредных выбросов в природу, а также переход в газомоторное топливо. Среди прочих коснулся Владимир Путин и состояние Самурского леса. В свою очередь Владимир Васильев дал понять, что уже в этом году на базе леса будет создан природный национальный парк. Что он у нас будет из двух составляющих? Дельта Самура и Шалбуздаг. Значит, там, соответственно, 13,4 тысячи гектаров, 42,7 тысячи гектаров. Значит, на сегодняшний день работа значительная проделана. Есть межведомственная рабочая группа под руководством, кстати, Карачаева. И вот я сейчас пока его просто по телефону, другого варианта не было. Значит, он говорит, что у него не вызывает никаких опасений график выполнения работы. Значит, парку быть. Отток перспективно молодежи из региона. Этой проблеме Васильев посвятил большую часть своего выступления. Решение вопроса глава видит в создании престижных для молодых профессионалов высокотехнологичных и высокопроизводительных мест. Работа в этом направлении уже ведется. Мы в основном все смотрели на это. Вот сейчас мы купили период, когда можем действовать. Понимаете? Действовать. Каждому из нас. Мне кажется, время пришло. Я, например, только так это понимаю. Время пришло просто, понимаете? Хорошее время. Когда можно делать то, о чем давно говорили, о чем просят и ждут люди. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, новости 24. Дагестанские чиновники опровергли новость о массовой гибели лошадей. Информацию о том, что животным нечего есть и они умирают от голода, появилась ранее в сети. Речь шла о заводской конюшне «Дагестанская». Однако в Минсельхозе республики заявляют, что предприятие полностью обеспечено кормами, а лошади совершенно здоровы. Должны заметить, что это преувеличено, то, что тут плохие совсем условия и так далее, содержание кормления. Лошади для зимы в нормальном состоянии, мы посмотрели. Все есть, конечно, чуть-чуть, несколько лошадей таких более-менее худых, но это не критическое, абсолютно нормальное содержание. Мы увидели кормление, поение происходит, народ ухаживает. Напомним, что на базе содержатся лошади калтыкинской породы. Накануне республиканским правительством было принято решение о создании заводской конюшни «Дагестанская» с племенным конным заводом. Новое учреждение будет заниматься воспроизводством и улучшением качества поголовья, а также способствовать развитию конного спорта в Дагестане.
продукция гормолзавода на 100% не соответствует ГОСТу. Такие данные привел Роспотребнадзор Дагестана на совещании в правительстве по обсуждению качества школьного питания. Как выяснилось, молока животного происхождения в изделиях вообще не обнаружено. Лабораторные исследования показали, что почти половина всех изъятых проб является фальсификатом, в том числе содержит жиры немолочного происхождения. При этом производители из-за пределов республики поставляют товар, не соответствующий требованиям, тогда как местная качественная продукция остается невостребованной. По результатам проверки из школьных буфетов республики уже изъято более 2000 упаковок фальсифицированной молочной продукции. Данные о поставщиках переданы в правоохранительные органы. И новость для тех, кто за рулем. Длинные очереди в ожидании получения водительских прав в прошлом. В Дагестане стали чаще пользоваться порталом госуслуг для регистрации транспорта и выдачи водительских прав. Чем может быть полезен сайт водителям и как правильно использовать этот ресурс, узнавала моя коллега Зумруд Гамидова. Место сбора документов всего несколько щелчков мышью, но прежде чем подать заявку МРЭО, нужно создать аккаунт на едином портале. При помощи электронной заявки время на оформление сокращается в несколько раз. Не нужно стоять в длинных очередях, собирать справки. Все можно реализовать через единый портал госуслуг. Зарегистрировавшись на сайте, получить долгожданные права или номерной знак можно в один день, причем в удобное для вас время. В первую очередь водители приходят в свое назначенное время без очереди возле окна, проходят без проблем регистрацию. 30, максимум 45 минут, документы на руках. Кроме того, сэкономить можно не только время, но и деньги. Портал госуслуг предоставляет скидку 30% при оплате госпошлины. Плюс к этому еще 30% скидка по госпошлине. То есть если 2850, где замена госрегистрационных знаков, то оплачивая по госуслугам, они оплачивают 1995 рублей. Преимущество новой услуги оценили и владельцы авто. Удобство в том, что ты приходишь за 20 минут до заявленного времени и можешь спокойно подойти, осмотр сделать машины и подать документы. Человек выбирает доступное для себя время, приходит, и никаких очередей, ничего здесь нет. То есть просто человек не стоит. Это очень удобная услуга. А еще скидку можно получить. Нервотрепки очень мало. Те, кто до сих пор не подружился с интернетом, могут по старинке стоять в очередях. Однако ей могут помочь в многофункциональных центрах. Но если вы дорожите своим рабочим временем, в ГИБДД советуют воспользоваться порталом госуслуг. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Более 100 миллионов рублей было потрачено фондом ИНСА на своих подопечных в 2018 году, а это на 30% больше, чем за предыдущий год. Об этом было сказано на отчетном мероприятии фонда, прошедшем в торжественной обстановке. В ходе него почетным гостям подробно рассказали о деятельности ИНСА и о том, какие успехи были достигнуты за годы его существования. Подробности в нашем следующем материале. Год усиленной работы позади. Время подводить итоги и составлять планы на будущее. Результаты приятно радуют. Охват оказания помощи малоимущим с каждым годом растет, и прошлое не стало исключением. Люди все больше стремятся внести свой вклад в благотворительность. Хвала Всевышнему, есть динамика роста, и в этом году помощь оказана на порядок больше относительно 2017 года. Скажем так, на процентов 30 помощи оказано больше относительно 2017 года. Хвала Всевышнему, люди не остаются в стороне, принимают самое активное участие. И, конечно, мы понимаем, что мы в таком маленьком зале не можем собрать всех тех людей, которые работают с нами, принимают участие. Надеемся, что в последующие годы нам уже придется нанимать стадионы, чтобы собрать всех тех людей, которые принимают участие в благотворительной деятельности. Среди приглашенных гостей были представители власти, религиозные и общественные деятели, люди науки и культуры. Выступавшие отметили важную роль фонда в оказании помощи малоимущим и пожелали дальнейших успехов в реализации намеченных целей. Очень важно, что оказывается помощь больным детям, людям, попавшим в какую-то беду. То есть, да, есть поддержка друзей, родственников, там, государства, но очень важно, когда люди, вот, объединившись, стараются оказать посильную помощь. Это очень важно, действительно, дело святое, это и мы видим, какую здесь роль здесь руководство нашего
муфтията, самого муфтия, Ахмад Хаджи, уважаемого. И все это видят, понимают. Поэтому мы думаем, что мы будем искать общие мысли, проекты. Муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди в своем выступлении поблагодарил представителей Инсана за оправданное доверие населения республики. Он отметил, что перед фондом стоит задача, чтобы в Дагестане не осталось нуждающихся людей. Перед фондом какая задача стоит? Стоит, чтобы Дагестан у нас был без нуждающихся. Если кто-то хочет объяснить, это как? Если невозможно, чтобы у нас сирот не было, невозможно, чтобы у нас больных не было, а возможно, чтобы мы им не дали чувствовать, что они сироты, возможно, что мы им не дадим чувствовать, что они нуждаются. Поэтому я надеюсь, за ближайшее время мы достигнем этого. Помощь маленькому мальчику Юсупу Магомедову – это один из примеров продуктивной работы фонда. Несколько лет назад ему был поставлен страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Но благодаря работе врачей состояние Юсупа сейчас стабилизировалось. Свою лепту в это внес и фонд «Инсан», организовавший своевременный сбор денег на необходимые медикаменты. На приобретение препаратов германских. Они нам помогли на целый год. Потому как ему российские не помогали, и они помогли нам приобрести германские. Благодарность у меня нашему отделению онкогематологии. Конечно же, фонд «Инсан», спасибо им огромное, который такой тяжелый момент не оставляет нас без помощи. Посетили мероприятие представители фондов «Подари жизнь» из Москвы и «Ярдым» из Казани. Они тесно сотрудничают с «Инсаном» и высоко оценивают его работу, проводимую в регионе. Работа регионального фонда, который работает на территории определенного субъекта Российской Федерации, она не просто колоссально важна. Если в субъекте Российской Федерации нет фонда, который мог бы закрывать эти вопросы, то и теряется смысл даже деятельности крупных фондов, которые работают на всю территорию Российской Федерации. У нас нет собеседника, нам не с кем взаимодействовать. Поэтому здесь, конечно, существование такого фонда, вот как «Инсан», это говорит о счастье, что мы нашли друг друга. В 2017 году между благотворительным фондом «Инсан» и Национальным исламским благотворительным фондом «Ярдым» было подписано соглашение о совместном сотрудничестве. И вот на основании этого сотрудничества мы из Дагестана, из Республики Дагестан, очень много к нам приезжают незрячие люди. Наш фонд занимается реабилитацией слепых, людей с остаточным зрением. Стоит отметить, что работа фонда не была бы возможна без помощи неравнодушных людей. Всем, внесшим весомый вклад в благотворительную деятельность, были вручены благодарственные письма. Всех тех людей, которые не остаются в стороне, принимают участие, кто финансово, кто словом, кто делом, кто действием принимает участие в нашей работе, хочется выразить огромную благодарность. На самом деле мир становится добрее посредством нас, и если мы все будем объединяться, мы можем достичь очень многого. Год пройден успешно, но впереди еще много работы. Фонд «Инсан» в очередной раз ставит перед собой задачу – превзойти достигнутые результаты и постараться, чтобы нуждающиеся в помощи люди никогда не чувствовали себя угнетенными и брошенными на произвол судьбы. Абдулла Алиевич Гаджимагомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Далее обзор кратких новостей в рубрике «Дайджест». В России появилась вторая женщина-миллиардер. Ею стала владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Об этом сообщает издание Forbes. По образованию Бакальчук – преподаватель английского языка. Она основала Wildberries в 2004 году вместе с мужем. Вначале супруги продавали женскую одежду из каталогов Otto и Quelle. Постепенно ассортимент расширялся, и сейчас на сайте представлены самые разные категории товаров. Российские ученые обнаружили великую водяную территорию на Марсе. Она находится у нулевого меридиана и экватора планеты. Обнаружить ее удалось российско-европейскому зонду ExoMars TGO. Он составил детальные карты распределения воды по поверхности Марса и обнаружил гигантские запасы водяного льда. Эти карты, как уверяют руководители миссии, будут интересны не только для ученых, но и для будущих марсианских колонистов, чье выживание будет зависеть от наличия легкодоступных источников воды.
Пресненский суд Москвы взыскал с Apple Rus 450 тысяч рублей в пользу владельцев айфонов, которые перестали работать раньше положенного срока службы, который составляет 5 лет. В качестве примера в неисправности потребители жаловались на то, что iPhone периодически не включается и не заряжается. Результаты проведенных экспертиз показали, что причинами поломки товаров во всех случаях являлся дефект, носящий производственный характер. В основном это были модели марки iPhone 6 и 6S. В Дагестане откроют национальный парк. Об этом упомянул Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. По его словам, у многих особо охраняемых территорий границы до сих пор четко не определены. Режимы регулирования не соблюдаются. В связи с этим он поручил Министерству природных ресурсов Российской Федерации провести кадастровый учет заповедных территорий страны. Сегодня весь мир отмечает Международный день родного языка. В рамках его празднования в Национальной библиотеке прошла презентация выставки «Пиноккио и языковое многообразие Европы». По данным ЮНЕСКО, эта книга Карла Коллоди переведена на 87 языков. В России экспозиция прошла впервые благодаря представительствам Европарламента. Ее инициатором является дагестанка Марьяна Алиева, которая сейчас учится в Европе. Помимо знаменитой сказки, на презентации был поднят и вопрос о хранении национальных языков Дагестана. Мы настолько привыкаем с рождения, почти с раннего детства, слышать разные наречия, разные языки, разные звучания. Но для каждого из нас в этом многообразии, в этом звучании колокольцев, золотым колоколом огромным звучит свой родной язык. И о спорте. 50-й международный турнир по вольной борьбе памяти пятикратного чемпиона мира Али Алиева пройдет в Каспийске во Дворце спорта и молодежи в мае этого года. Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей. Впервые победители юбилейного турнира получат рекордные призовые. Спонсорскую помощь в размере миллиона вызвался предоставить ученик Али Алиева, мастер спорта СССР Магомед Садулаев. Ориентировочная дата проведения турнира с 9 по 13 мая. В России может появиться реестр людей с игровой зависимостью. Об этом говорится в законопроекте Минфина. Букмекерские конторы и тотализаторы должны будут составить единый перечень азартных игроков. Человек, который осознает у себя тягу к азарту, может добровольно написать заявление о включении его в данный список и даже ограничить размер ставки, которую у него могут принять. Также в реестр войдут недееспособные граждане, которых внесли туда опекуны. Подать заявление об исключении из списка можно будет только через год после включения в него. Это все на сегодня. Всего доброго и до встречи.